Слушай, да на тебя положиться даже нельзя. Ты как асфальт на гайке. А это как? Ну, вроде бы ты есть, но тебя нет. Да такие, как ты, нас постоянно подвозят. Что? Может быть, подводят? Ну, не знаю, меня подвозят. Нет, не надо слов, не надо паники. А это еще что такое? Просто у меня не хватило денег на макияж. А когда в России нет денег, желают счастья, здоровья, удачи. Юля, нет денег, иди в бизнес. Так, все, успокойтесь. Сборная в темпу начинаем. Дамы и господа, наша первая миниатюра — ребенок, который не умеет уговаривать. Купи игрушку! Нет! Очень жаль! Очень-очень-очень жаль! Случай в аэропорту. Это вы меня встречаете? А это вы к нам с проверкой! А? Тогда добро пожаловать! Итак, немножко пофантазируем. Мало кто знает, что Юрий Гагарин мог отправиться в космос намного раньше. Итак, в семье Юрия Гагарина в ночь перед вылетом. Я тебе объясняю, надо меня отдать! Я сказал, полечу, и точка! Хорошо, лети в свой космос. Ведь космос тебя накормит, космос тебе детей родит, космос тобой пьяный полезет в яму, машину чинит. Космос в бригаде снимался. Чу! Космос, он разный! Ладно, ладно, никуда я не полечу. Алло, мам, мы едем на завтра копать картошку. Юра, короночку, поехали! Ни для кого не секрет, что в последнее время в помощь полиции стали появляться добровольные дружины. Итак, случай на улице. Так, что тут происходит? Все в порядке здесь, дружинник? Окей, работаем. Межнациональный брак – это не только красивые дети, но и семейные ссоры. Итак, семейная пара у психолога. Так, ну и что же вас ко мне привело? Доктор, мы не можем найти общий язык. А ради спасу смелестности! Ну понятно, почему? А... Нет, это я как раз таки понимаю. Я не понимаю его дурацких поступков. У нас с ним проблемы в постели. А так? Он посадил нашу кровать! Зато самая чёткая кровать на районе! А, из-за этого вы не высыпаетесь? Да, не там еще пару не он бомбанул. Так, у вас есть какие-нибудь другие проблемы? Да, вот недавно к нам приходили гости. Брат, друг и друг — этого родственник. Того родственник. Вот проблема. Так, давайте успокоимся. Небольшой тест. Закрывайте глаза, представьте. Море, пляж, песок. Чучкова, похлопа! Кукуруза, подходи! Успокойтесь. Извини, брат. Рефлекс. Друзья, что бы хотели сказать напоследок? Сборная в ТЭК, студенческая лига, полуфинал. А здесь-то зачем затыкать? Потому что в этом деле ставить точку, пока рано. Сборная в ТЭК!